Дорогие братья и сестры, салам алейкум еще раз. Мы с нашим шейхом Асхатом сейчас просто катаемся, нарезаем круги по Москве. Шейх Асхат удивляет нас не только глубиной знания Курана, но и глубиной знания люга аль-арабия аль-фусха, литературного арабского языка. Дорогой наш шейх, что вы мне сейчас говорили, я просто чуть в обморок не упал. Это скороговорка, чтобы хорошо... Бывают, например, такие аяты в Куране, где тяжело, например, по таджвиду, чтобы язык привык, например, там... فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقَّ يَتَّبِعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا يُهْدَانَ. Прямо такой аят в Коране есть. Да. И вот, чтобы легко их было читать, эти аяты, есть скороговорка, называется «Абдулла бин аль-Умави». لو ردت لسانك يعتدلي قل عبد الله ابن الأموي ابن المعتعتك بعتك معتك قل للقمقمة قم اعتدلي سبحان الله ما شاء الله. То есть во время тахфиза Курана, во время заучивания Курана наизусть, будущих хафизов заставляют и скороговорки учить, чтобы подготовить язык. Ну, это в некоторых случаях, в наших случаях. Хорошо. В наших случаях. Так что скороговорки русские тоже вам полезны учить, иншаллах. Все, всем добра, салам алейкум.